Щенка выбросили на стройке в холодную яму. И чудо, что его нашли. Он не становится на задние лапки. Ему примерно 3-3,5 месяца. По рентгеновскому снимку явных признаков смещения позвоночного, костей позвоночного столба не визуализируется. Признаков перелома костей таза, тазовых конечностей не визуализируется. У собаки есть признаки парапареза тазовых конечностей с сохранением глубокой болевой чувствительности, с сохранением рефлекса. Это говорит о том, что спиной мозг цел, но есть какой-то компрессионный фактор. Давай, Итика. Давай, Итика. Итика. Грей, ну иди, ну чё ты, ну как, ну чё ты такой? Любимый. Халёша. Кто такой Халёшенька? Лапочка. Покажи свой галстук. Вот такой. Ну, в соболя мешают. Ренаты Фердиновны. Иди, Халёхи, такой, дё. Так, устройте, наверное, пленку. Сейчас поменяем фон. Вот. Так. Можно положить вверх на бочон. А из попы нам не так неприятно, да? Нам кровь страшна. А из попы трогайте попу, только не трогайте перед носом. Красивый такой. Красивая собачка. Как делается контроль внимания? То есть вы садитесь, его без команды сажаете, руки сюда. Вот он встал, вы опять. Руки сюда. Да? То есть посмотрел, получил. То есть получил контакт зрительный. Да, да, да. Батон. 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 Батончик. Ой. Давай отсюда быстро пикируй. Нельзя здесь. Нельзя. Сушат Батошу. Батошу. Такой актер у меня. Ой, да, хорошо, Батошу. Хорошо, да. Батошу, как хорошо. Thank you.
тебя улыбка. Какой же ты просто голливудский актер. Боже мой. Это просто во себя все зубы, как говорится. Голливуд курит. Ты такой смешной, я не могу с тебя. Батончик, какой ты улыбака. Ты собака-улыбака? Собака-улыбака. Ужас какой.